вы на канале Снежана Снежок. И сегодня у нас челлендж «Что в коробке?». Мы будем угадывать, что находится в этой коробке. А сегодня у меня в гостях моя подружка Лера, гимнастка. Всем привет! Суть заключается в том, что нам мама несет какую-то вещь, ложит в эту коробку. Мы должны ее нащупать и узнать, что же там внутри. Ну что, мама, неси нам! Мы готовы! Ну что, девочки, открывайте глазки. Это какая-то баночка. Это с клеем что-то. Она какая-то твердая. Да. И там должна быть треугольная какая-то. Прямоугольная? Но мне кажется, что это клей. Мне тоже кажется, что это клей. Yes! Какая-то была. Наверное, ПБА. Это ПВА? Да. Да, клей ПВА. Я же чувствую. А, это канцелярский. У меня канцелярский, у тебя обычный клей ПВА. Так, давай сначала ты, потом я. Это... А ну, дай. Это сумка какая-то еще. Нет, ну, на сумку не похоже. Вообще, но она какая-то твердая, круглая. Там нет, какие-то... Нет, какая-то железная что-то штучка. Нащупала. Там какая-то такая железная штучка. Непонятная. Тут какая-то, что ли, кнопочка. Ой, какие-то ножки. А это что, потрогай. Где вот это? Да. Так я спрашиваю, какая-то железная штука. Какая-то круглая штучка, еще одна. Какой-то ром. Ручка какая-то еще. Ну, мне кажется, не знаю, что может быть такое круглое. Нет. О, здесь какое-то как стекло вроде. Режется как-то. Здесь какое-то стекло. Ну, есть предположение, говорите, что это такое. Ручка. Ручка. Ой, здесь какой-то выключатель. Ой. Вот здесь выключатель. Лампа какая-то или что? Мне кажется, какой-то этот... Ну, тут какой-то выключатель. Да. Потрогай вот здесь. Да, вообще. Что это? Какой-то будильник какой-то. Да, вот это вот как стекло идет, вот это как ножки. Да. Сейчас, а ну подожди, дай на секунду. Это, подожди. Будильник. Я... Да, будильник. А там от двоих или по одному можно? Ой, фу, шо это? Что это? Это какие-то... Орешки или что? Это тарелка, точно? Это орешки какие-то здесь. Да, орехи. Там внутри какие-то... Орешки. Это какая-то скорлупа, а там вроде... Да, орешки тут какие-то. Да, но они типа как открываются. Я не помню, как они называются, но это орехи. Да, это орехи. Так. Фу, это какие-то пирожные. Я знаю, это сало. Фу, оно потому что соленое было. И она выиграла. Не высовываем руку. А, это Барни. Это Барни. Вот это его начинка, которая липкая. Вкусновато, но маловато. Ой, так что там? Это корм! А ну давай что-то посложнее. Интересно, что она сейчас положит? Очищенная картошка, что ли? Или огурец? Картошка. Фу! 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 Фу, капец!
Мокрая, мокрая. Морковка или огурцы? Морковка. Нет, картошка что ли? Или нет? Не, мне покушать. Морковка. Фу, оно мокрое и противное. Фу. Морковка? Так. Или огурец? Так, подожди. Морковка или огурец или картошка? Морковка так сильно это не мялась, если ее пальцем попробовать потыкать, она... Нет, она не мнется. А, это мнется. Это морковка. Или нет, похоже на картошку. Картошка. Или нет, похоже, или похоже, но я, честно, не знаю. Или морковка, или картошка. Блин. Что это? Я не понимаю, что это. Ой, это что, Лера поколупала? Лера колупалась здесь. Антистрессовая. Ну, говорите свой ответ. Это картошка. Ой, а картошка. Нет, не картошка, это морковка. Морковка? Морковка. Блин. Так. Это шарик. Это какой-то шарик. Это шарик. Тут какие-то штучки. Да. Это как вата какая-то. Ну, шарик какой-то с такими штучками. Что рыба это? Какая-то. Рыба. Не, что рыба это шарик какая-то. Что это такое? Шарик какой-то. Шарик какой-то. Ну да, я понимаю, что это шарик. Это шарик, да. Но сверху это упаковка. Угадайте, что может быть внутри. Сейчас надо ударить это. Чтобы... Ну, если там мягкое, что-то там должно быть мягкое, как вата. Может быть, это и есть вата? Может быть, это и есть вата? А внутри ничего нет. Нет, внутри что-то есть. Ну, должно быть. Ну, как это лопнуть? Ой, я пальцем походу. Лопай! Ай! Почему? А я не могу лопнуть. Фу, там что-то липкое. У меня что-то сдулось, потрогай. Потрогай, мне что-то сдулось. Да, у тебя сдулось. Подожди, ну дай что я там? Дай я дырку тут. Там что-то такое мягкое, потрогай. Нет. Что такое-то мягкое? Да. Это как какие-то кусочки. Сахар и соль и пудра. Не, ну мне похоже на сладкую вату. Мне это сладко. Ну, сладко. Я пальцем там так штрикаю. Ой, я тоже. Если бы там, по-моему, сдутый. Нет. Твой надутый, я твой, значит. Мое, это мое. Да, не сдутый. Дай мое. Дай мое. Где мое? Подожди, держи. Девочки, это какие-то булочки. Пончики! Вот. Пончики. Можно доставать? Я палец всунула в него. Пончики. Это ваш я подарок. Я угадала. Мне было так круто угадывать. А тебе, Лен, понравилось? Мне тоже. Вау. Ну, кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока. Вкусно? Спасибо. Спасибо.